на канале. Мамочка, тогда в чужом городе. И сегодня мы приехали. Куда мы приехали? В наш дом. Ну не в наш, а в дедушкин, бабушкин дом, да, на Васильковых полях. Да, на вот он. Подожди, идем. Да мне неудобно, потом покажу. Все, мы пошли садиться, усаживать его на транспорт. Ой, помощник наш. Помощник, помощник. Чего? Конечно, ты сильный. Ну, мужик, у меня еще один помощник. Денис и вот еще один. Ой, какой молодец. Сейчас будем все спускать продукты в погреб. А то у нас сегодня жарко. Ой, молодец какой. Супер. Она еще есть. Да, ну там, наверное, тяжелая она. Тяжелая, Данюш. Здесь у нас погреб. Сейчас мы покажем, какой у нас. Да, сейчас распакуем и покажем. Сейчас. Еще вот есть, да, что-то у нас? Все. Ну, да. Нет, еще есть сумки. Вот это все. А, с пакеты. Так, подожди пока, подожди. Вот наш погреб. Сейчас мы его откроем. Сколько он стоит, стоит-то? 140 тысяч. 140 тысяч погреб. Вместе с установкой, да, ведь? Да, пластмассовый. Пластмассовый. Вместе с полочками. Сколько глубина-то? Вот лесенка. Метра три. Что там загрузили-то еще? Глубина метра три. Он даже... Сейчас мы сюда продукты сложим. Да? Потому что холодильника нет еще. Да. В доме нет холодильника. А там сколько градусов у нас? Есть термометр, но надо как-то подключать, не знаю. Тут бол. А там сырные продукты. Да ладно, что вы тут? Снимай. Погреб. Так. Взял. Взял. Там холодно? Смотри, чтобы крышка не... Холодно там, да? Мы запарились, надо, да? Надо быстрее температурнее. На неделю. Магазины у нас далеко. Туда. Да, мы отовариваемся. Мы запарились на неделю. Я хочу тоже туда. Я. Так, сюда. На. Все. Ну, еще два этих. Ага. Ящик. Взял? Взял. Опа. Еще один ящик. Нас много человек. Семья это большая. Семь человек. Надо. Не надо, это не надо, это Даня, это Деме. Сейчас тут все раз. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Это там телефон, это не надо, холод. Отойди, отойди, отойди. Отойди, отойди, все, деда, вылезай. Данюш, все. Все, сейчас закрою. Он все рад туда. И сумку с телефоном, и с паспортами. Так он видит то, что пихает. Туда, да? Сюда? Я сам. Ну ты пока, подожди, пока дедушка вылезет. Я покажу красоту. Тут тоже вон поля. Вот эти поля застраиваться не будут, поэтому вот такая будет красота всегда. Так, мы приехали на родительский дом, чтобы комнату ремонтировать. Они вчера купили в Леруа Мерлен все принадлежности для ремонта. И они где-то находятся. А где они находятся? Вот. Вот такие вот обои купили. Эрисман. Ну, в общем, вот. Да. Вот такие сероватые. Серовато-коричневые. Вот. Светло-светло. С цветами, с цветочками. Ну и все остальные принадлежности в виде кисточек, клея, грунтовки. Вот. Первый этап у нас грунтовка стен. Вот эту комнату будем. Вот гардероб у мамы. Всякие такие вот вещички где тут. Костюмочки.
халатики. Будут потом расхаживать. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... грунтовала. Все, теперь выжидаем 2 часа, и после 2 часов, в принципе, можно уже клеить обои, после того как они высохнут, грунтовка точнее. Вот я в поисках сына и мамы, не могу их найти. Пока грунтовали, у нас произошло небольшое ЧП, ко мне начал лезть Данил и пролилось немножко грунтовки. Ну как немножко, половина. Виновник. И вот как бы я... Пин-пин. Как будто не успела добежать до уборной. Вот. Пока я грунтовала, у нас бабушка уложила Демьяна спать. Да, сладичка. Спит. Ну, в общем, как-то так. Ну, иди, принимай работу. Ты много не хотела? Ну, больше ты половины столько... я прогрунтовала. Столько же еще? Да нет, больше половины, я же говорю. Ну, ты сюда да. Только хватило, да? Приемка. Проснулся. Я поспал, у нас сейчас совсем мало.
Что-то мало поспал, сейчас будет капризничать. Вот и все. Нету там, да, Данил. Сейчас посмотрим, где у нас Данил. Это запросто. Что-то сделать, особенно не нужно, это запросто. Тут нету. Данила! А, вон он. Мама сегодня весь день в няньках. А мы с дядей Вовой занимаемся делами. Я вот грунтовала стены для поклейки обоев. Дядя Вова сейчас туалет делает уличный. Я еще в это время косила. Так что дел еще куча. Уже многое сделано, но еще куча.